А джин все еще здесь, его не раскупили. Сейчас открою вам секрет. Вот эта звездочка обозначает, что это последнее, больше партий не будет. Нет и не будет. Так, вот эта вот цифра 7 здесь, а не 99, обозначает, что скидка уже была. Надо посмотреть тут прошлое видео, и там, наверное, по-моему, даже цена другая. Там дешевле было, кажется. Вот, например, здесь 99, значит, скидки еще не было. Этот товар не со скидкой. А если 7, то со скидкой. И вот здесь звездочка тоже последняя осталась. Сейчас я покажу посуду. Опять ее нету здесь. Практически нету. Раньше прям сервизами все уставлено было. Так, вот опять звездочка, это последняя. 9,97 это скидка. Так, это стеклянная, это хорошая. Так, боулсет, это, наверное, вот это со скидкой. Да, а стаканы стоят 17,99. И, как видите, здесь нету звездочки. Звездочки нету. Это вот товар, этот товар есть и еще будет. Еще партия будет. Так, это что? Это тоже керамическая. Вот они, эти коробки. Так, вот это тоже без скидки. И еще есть, и партия будет еще.